За сутки 10 апреля на южном направлении украинские защитники уничтожили 84 российских оккупантов и 13 единиц вражеской техники. Об этом говорится в сводке оперативного командования «Юг». Отмечается, что среди трофеев защитников – многоцелевой транспортер, а также российский танк Т-72 и три беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10». Как указано, на Николаевском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению. По населенным пунктам Николаевской области враг нанес 3 ракетных удара. Обошлось без пострадавших. Корабельная группировка РФ в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит исследования надводной обстановки и разведку. Командование напоминает, что на территории Одесской области длится комендантский час и призывает соблюдать установленные ограничения. Напомним, 8 апреля по Одещине из территории оккупированного Крыма были запущены 3 ракеты. В результате атаки повреждены 2 здания, пострадали люди. Спасибо за просмотр. Мы стараемся сообщать в первые же минуты события. Поставь лайк и подпишись, если тебе нравится то, что мы делаем. Украина!